защитить своих производителей в условиях ВТО. С такой просьбой обратилось к власти руководство одного из предприятий Маргаушского района. На рынок полуприцепов цистерн хлынула зарубежная БУ-техника, более дешевая, с чем очень сложно конкурировать нашим производителям. О серьезном в праздник в минувшие выходные говорили на торжественном собрании, посвященном 25-летию компании «Сеспель». Чтобы устойчиво стоять на ногах, нужно давать определенные объемы продукции, причем, как принято говорить сейчас, инновационной. На предприятии провели модернизацию производства, продолжают внедрять современные технологии, выпускать продукцию, соответствующую международным стандартам. Стараются также освоить новые направления, чтобы занять свою нишу на рынке. Это цистерны для перевозки сжиженного газа, которые нужны «Газпрому». Но в условиях ВТО важна поддержка властей, реальные действия и законодательные решения. Мы сегодня фактически заперты ценовой политикой бэушной техники, которая массированно возится в Российскую Федерацию. Мы не можем поднять цены, потому что у нас могут уйти потребители. В то же время за 9 месяцев этого года стоимость электричества выросла более чем на 30%. Обсуждение проблемы продолжится в Москве на презентации Чувашии в Совете Федерации. Ну а в праздник работники предприятия получили почетные грамоты, благодарность за вклад в развитие предприятия и региона. Находя новые инновационные продукты, вы достойно, наступательно конкурируете с производителями мира.